Итак, привет снова. Снова с вами я, ветеран ДКД, и мы продолжаем играть в спидмаппинг. Так, это уже у нас какой там уровень, пятый. Хорошо, такая локация. Что-то напоминает, но... По-моему, 30 уровень Дума 2. Ну, чем-то, с Ленса. Так, ладно, это похоже... Нет. Как-то немного по-интересному все это выглядит. Ладно. Воу. Кого-то там уже разорвало. Тихо. Что-то как-то... Появился не в нужном месте. Твою мать! Да вы! О! Нет! Твою мать, а какой непростой уровень! Что-то мне кажется, я где-то ружьишко прошляпил. Возможно, в самом начале. Так, похоже, будет еще плазмоган. Ух, нет, нет! Ух ты, броня. Здесь по-любому где-то ружье должно быть. Да, вы гоните. Слышь, может, назад можно? Нет? Так. Ладно, может. Ты чё? Блин, это ж... О, нет-нет-нет-нет! Так. По-моему, этот уровень не знает границ садизма. Так, туда мне не попасть. О! Нет, отойди! А, блин! Фу! Чё это было? Чё это было только что? Что-то я не понял. Так, ладно. Давай сначала сюда. Я так понял. А, нет. Не, надо мужичка все-таки с этим. Чтоб появился. Так, секрета 4. Один уже нашел. Честно говоря, я пока не совсем представляю, но план пока такой у меня. Надо убить сержанта. И отобрать у него ружье. Ну, знаете, тут чем-то даже интересно. Хотя и садистки немного выглядит. Но однозначно это... В этом есть что-то забавное. Так. Хорошо. Давай, нет, 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 назад. Пока. Да блин. Не надо туда попасть. Хорошо. Что-то я не совсем доволен, куда я попал. Так, ладно. Что-нибудь придумаем. О боже мой. Фух. Так, что это у нас за комната такая? Бля, я не хочу туда прыгать. Лежать. Как вы? Нет! Черт побери! Воу, воу! Твою мать! Происходит. Пошел вон, пошел вон. Так, ладно. Блин, давно я такой не... Чё? О, нет. Чё происходит? Тихо, тихо.
ждем. Так, ладно, вот это ситуация очень такая на моей стороне. Тихо, тихо, тихо. Фу. Все, дальше уже как по маслу должен пойти. Хотя, судя по тому, что я видел буквально недавно, мне это немного пугает. Да твою мать! Не, это однозначно уровень заслуживает хорошей оценки. Если ничего... Так. Во-первых, мне нравится он тем, что он непредсказуемый. Да вот хер. Воу. Музыка еще, правда, такая спокойная, но... По-моему, она здесь не совсем подходит. А, фиг ты сзади к нему зайдешь. Фух, желтый ключ. Фу, наконец-то можно передышать немного. Так, это чё? Блин. Честно, страшно куда-то идти. Здесь что, не комната? Она собой представляет какую-то злостную фигню. Так, здесь красный ключ. Ага. Я сюда на этот раз не дошел. Окей. Так, это декор. Я так понял. Не вопрос. А это, я так понял, секрет. А. Желтый ключ нужен. Так, давайте разберемся с этим. Так, ну теперь уже просто. Хм, вот этот вариант довольно интересный придуман. Начало с пистолетом и добыть ружье из такой вот ситуации. Очень много ходов неординарных. Не знаю, кто автор, но... Мое почтение. Даже не могу предположить, кто это может быть. Но что-то мне кажется, это из неизвестных мне. Ну, я имею в виду, не из привычных мне. Так, ладно. Короче, я боюсь, что мне придется сейчас пойти. А, нет, вот еще есть проход. Нет, его здесь нету. Ладно. Честно говоря, сюда не очень мне хочется идти. Но придется. Так, давайте сюда прыгнем. О, блин! Ох! Тихо, тихо, тихо. Блин. Тяжело. Черт, побери. Заставляет побегать. Портал. Блин, ненавижу порталы. Честно говоря, по теме, конечно, он проигрывает. Индустрия. Не похоже на индустрию. Но похоже больше на какой-то кошмар. Твою мать! Блин.
Так, выберу себе. Прыгаем сюда. О, это, по-моему, инкубус. Пойдет. Нет! Тихо, тихо, тихо. Есть немного где развернуться. Немного подкрепиться патронами. Жизни я, конечно, немного подобрал, но что-то есть. Так, сейчас будет не менее ужасно. О, блин! Ай-яй-яй-яй-яй. Как же это все садистски выглядит. Блин, патроном. Патроны. О! Такие мини-сцены получается. О! Так. Есть один готов. О, нет! Черт подери! Так, ладно. Давай по новой. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Или пройду! Так, ладно. Давай! Блин, а этот, походу, меня не видел. Черт подери! Гопники, блин. Нет, нет, нет. Интересно, что там за кнопочка? Я думаю, стоит нажать. Оу! Нет! Нет, этого не стоило. Хотя в этом что-то есть. Я, в принципе, предполагал, конечно, что... Но я думаю, в принципе, можно будет стравить как-то. О, блин! Не, честно говоря, это еще тяжелее. Пожалуй, лучше за патроны буду бегать. Неплохо. Хороший удар. Ах ты черт. Красный, похоже, где-то затерялся. Черт, ну блин. Один где-то патрон оставался ему вмазать. Я уверен, что там. Да, ситуация, блин. Очень тяжелая. Так. Так. Теперь тебе немного раздадим. Самый страшный, это красный. Сначала надо идти. О, так, 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 так. Пошел вон. Блин. Главное, что нету, не ракетницы, нифига нету. Может, плазму где-то надо было достать, я не знаю. Нет. Черт, ну блин. Фух. Тут порой еще где-то застреешь. Это очень печалит. Не знаю в чем. Вот где-то вот здесь, или это мне кажется. Вот опять застрял. Блин. Уже с разворота начинаю попадать. Да. Я даже не знаю, мне это записывать, как я тут мучаюсь. Или в офлайне все это сделать. Так, это что? А, ты. Нет. Проклятый рычаг. О, нет! Блин, ну нельзя дать тут, чтобы еще зажали. Бывает хорошая такая позиция, выберешь. Начнешь вроде бы хорошо так методично отстреливать. Как тут же приходит этот красный. И
всего портит картину. Блин, у меня же было, что вот-вот почти получилось. Так, первый. Блин, пошел вон! Я запишусь, потому что я чувствую, это будет очень долго. Но я надеюсь. Сейчас мы... О! Все решим. На свои места. Даже без смерти. Нет! Так, а там потом еще срыван... Блин! Да, хорошо, что я записался, я чувствую. Это было бы еще очень долго. Так, ты уже... Начинаю булки расслаблять. Тихо. Фу. Так, я запишусь. Маналы. Воу! Да вас тут двое. Да вы прикалываетесь. Так. Нет. Давай. Что я там еще вызвал? О-о-о. Япона, мать! Да вы прикалываетесь. О-о-о. Что делать? Блин. Блин, ну это какие-то гладиаторские бои прям. Так, давай как-нибудь. О, смотри как. Получилось-то, а? Блин. Ладно, с тобой мы разберемся, но по-другому. Воу! Это не так просто, как кажется. Ну ладно. Фу. Конечно, с сохранениями, но, блин. Вы представляете, сколько здесь надо париться без сейвов? Ну, может, это я, конечно, отвык. Или я что-то пропустил. Типа оружие какого-то. Течка. А патроны будут? Похоже, нет. Так. Автор, похоже, любит садистские такие. Япона, мать! Да как так можно? Блин. Следующий кто там потом? Кибердемон будет? Пошел вон. Фу. Вот это пот, честно скажу. О. Я думал, это эксит, честно. Блин, ну что мне делать с этой пукалкой здесь? У меня же даже патронов нету. Я ж надеюсь не перепрок... Блин, ну это... Это... Тотальный... Бздец. Короче, надо... Как-то это все, да, давай пропустить.
Так, а что же за этим? Я надеюсь, там какой-то порталик. Ну здесь, ну не знаю, никак. Тут надо только вот так вот. По-быстрому все. Оп-оп-оп-оп-оп. Раз, два. Шалон. Блин. Как-то спровоцировать там, не знаю. Каким-то. Стоп. Я не уверен, что что-то правильно делаю, но. Сейчас. Я даже не знаю, что у меня. Какой у меня еще выбор есть. Так, надо узнать, где что открылось. И мне надо еще как-то убежать от этого всего. Как-то вот так вот. О-о-о! Фух! Так. Сделаю еще одну запись. Вот это был. Все, пусть разбирается. Пусть что хотят, то и делают. Я же везде был. Правильно? Там я был, точно был. Там я был. Ну, судя по крови, я там тоже был. Так, сейчас здесь проверю. Япона, мать, я здесь не был. О-о-о. Так, стоп, можно как-то без этого можно все обойтись. Так, вроде же патроны где-то были. Или уже нет? Окей. Я же надеюсь, мы... Блин. Вот, это совсем плохо. Телепорты. Что-то мне это не нравится. И музыка такая грустная. Да нет, нету ничего больше. Автор явно садист. Да. Вот это выживало. Как раз для любителя выживать. Правда, немного из другой ситуации. О! Аптечка, аптечка, чё там аптечка? О! А, блин, ну... О, нет-нет, я не туда попал. Я не то хотел. Так, куда там? Так, здесь мы... Не-не-нет. Мордобой. Так, а, блин. Короче, там надо... дернуть кнопку. Так, где там? Сюда. Блин. Вот перед этим как раз... Неплохо довольно получилось. Так, ладно. Пошел вон. Фу, блин. Да. Никак не попаду. Вот сюда. Нет. А давай. Что ж ты, сволочь, не нажимаешься? Так, надо запомнить. Так, справа, да? Вот. Давай! Ноу! Мне там показалось, или там Арчвайл еще был? Ой, не Арчвайл, а Ревенант. Блин! Черт побери. Нет. Так, ладно. Я уже думал, экс. Япона моя, давай, впрягайся. Рывану, блин, чё ты ходишь? Блин, ну как на таком поле здесь? Давай! Жаль, как пчела. Давай! Блин! Давай!
Сейчас зажмут. Нет, тут надо подключать еще одного товарища. Боксера. Я думал пройти хоть, не знаю, несколько карт, но я чувствую, я после этой уже выдохнусь. Тихо. Черт. Ой, блин, я уже даже. Давай. Стреляй, рванал. Че ты ждешь? Блин. Вот как в такой коробочке можно бегать вчетвером? А? Втроем, вчетвером, не знаю. О! Блин, ну рванал вроде бы вписался за меня, да? Хотя его понимают. Ему надо причина, чтобы прийтись. Также он сначала против меня. Так, пошли вон. Блин, если бы еще жизни побольше было. У меня уже нет слов. Так, раз, два, три. Оп. А, ну можно сразу направо побежать. Вот так вот. О! Что здесь? О, да вы прикалываетесь. Я думал, портал. Фу. Давай! Нет! Господи ты, боже мой! Я думал, что может быть уже хуже, чем то, что было 5 минут назад? Что может быть? Что может со мной случиться? А, бывает, оказывается, еще хуже. Честно говоря, не представляю, как их в этой комнате дубасить. Автор проверял, не проверял. Ну, на одной жизни здесь точно не пройдешь. Хотя, кто его знает, может есть такие шулера, которые это все могут пройти одной жизни. Ну, если это рассчитано, конечно, на такое. Я бы не сказал, конечно, что это рассчитано. Чего стоит сцена предыдущая только. Блин. Так, еще немного и чувствую. Тут без пароля уже никак. Ну, дело в том, что у меня нету времени столько, чтобы проходить только такую сцену. А, надеюсь, меня поймут. Так как завтра я уже, по сути, снова убываю. На поле боя, блин. Так, все, идите вон. Фу, не, все, в баню. Так, и... Так, Манкубус. Thank you.
патронами здесь тоже туговато, поэтому... Пардон, я немного пистолет израсходываю. Извиняюсь за такое прохождение, но... Блин. Жестко. Ну да, еще после такого-то выдержит. Ладно. Блин, чувствую, здесь тоже нездоровая. Нет. Блять. Смываемся. Я манал. А что это было? Что это мне вообще дало? Скилл подняло? Или что? Фу, блин, дайте немного передохнуть, честно. Это такой умат был. Свечечки. Блин, музыка напомнила прикол один. Виталия. Виталия. Ай. Может, Валя? Нет. Виталя. Так. Блин, ну я не знаю. Я не хочу туда возвращаться. Ебал! Блин. Все, я буду здесь сидеть. А, это я еще и вернулся, да? Вау! Блин, почему я прыгаю только сюда? Хочу в другую комнату. Ага. Там еще хуже. Ах ты! О-о-о! Он здесь оказался. Че вот это такое? Ух. Впервые я в Думе уже за сколько время чувствую безысходность. Так. Да я манал! А чё я нажал? Я только что что-то нажал. Давай. Серьезно, какую-то. Это что, мне надо было вот это нажимать? Серьезно? Вай. Ноу. О боже. Блин, какая жопа. Пошел вон. Бежим. Фух. Все. Идите нафиг. Желтый ключ. О, блин. О-о-о. Да нет. О-о-о. Сюда. Пошел вон. Куда ты залез? Все, идите нафиг.
Я тут с этой картой параноиком стану. Я куда я записался? Япона, мать! Что происходит? Блин. Дверь. Пофиг. Зомби. Слава богу. Хоть кто-то. Так, там вроде берсерк. О, бежу. Ага, все, один пошел на зажарочку. Хорошо. В принципе, провокация — это хорошо. Может быть, над этим подумать. Второго. Во-во-во-во. Не получилось у нас провокации. Тихо, дверь откроем. Не, как-то этот раз не сильно. Оу! Блин, всю морду обшмалил. Ай, ладно. Идите нафиг. Фух, зомби, как я давно с зомби не стрелял. Это эксит? Это же эксит, да? Что-то меня пугает вот эти двери. Виталия. Это секрет. Ну, не сильно это секрет, но... Блин, ну я сюда не хочу. Домой. Так. Что здесь открылось, нет? Красный ключ еще надо. В этом садистском уровне. Какие могут быть ключи? Так, тебя надо убить, пока маленький. Вжался в стену. Самое не балую. Там синий ключ. Так, значит, их надо по-любому убить. Какие авторы еще мне кинет садистские ситуации? Даже не представляю. Так. Так, я думаю, можно на него поближе. Хорошо. Блин, 10 патронов всего лишь осталось. А, ну да, все-таки секрет. Как ни крути. Вот это, похоже, тоже на дверь. Хм. Ясно. О, ну, я уже вижу там что-то неладное. Надеюсь, тут можно подобрать. Ракетница мне не помешает. Хотя она мне бы еще раньше сгодилась. Вообще, автор явно специалист по откорности. В целом уровень мне нравится. Но есть моменты, которые мне не понравились.
Блин. Так, сюда, похоже, они могут спокойно пролезть. Хорошо. Да, легко нажимать. Я надеюсь, там эту... бошку. Так, что я нажал? Хорошо. Вау. Так, надо это как-то решить. Что у меня есть 12 ракет? О-о-о, псина, блин. Одна из самых безобидных тварей. Оп. Ладно. Да. Надо, чтобы они там между собой как-нибудь. Воу! Нет! О-о-о. Куда я бегу? Хорошо. Блин, какой страшный уровень, честно. Каждая локация такая стрёмная. Так, ракетница, я думаю, мне еще пригодится. Фух, так, чувствую, эти двери скоро откроются, их повалят вот такая толпа. Мама, не горюй. Так, похоже, автор дал расслабиться. Пулеметчика задом поставил ко мне. Или это неуважение к игроку? Тихо-тихо. Угу, похоже. Не, ну это еще так. Терпимо. Давай попробуем. Ладно. Это еще так себе. На удивление, автор дал расслабиться. Интересно, с чего бы это? Или это затишье перед бурей? Ух, блядь! Ладно. Ракеты, хорошо. Так, два рычажка. Почему два? Это я нажал. Ладно, что такое уже? Неужели ничего страшного не произошло? Фу. Так, хорошо. Я думаю, я рано расслабил булки. О! Да, это действительно так. Блин, Арчвайл. Твою мать.
Нет! Я готов был все ракеты уже пустить на него. Так, пойду за птичкой. Отлично. Хорошо, что не сразу взял. Фух, блин, какой долгий уровень. Сколько нервов. Нервов игрока. О, блядь. Я уже даже матом не скрываю. Уже нету сил просто. Так, первый ушел. Второй ушел. Нет, не ушел. Да что ж ты такой? Вау. О, прыгай. Черт. И там достал. Так, я думаю, уже скоро будет ключ синий. Или нифига. Да не, вроде бы должен, да? Подожди, откуда я пришел? А, вспомнил. Что-то я забыл. Блин, даже надо настолько измотать, что я забыл даже, где я вообще нахожусь. Бедный мужик тоже попал в такую. О! Нет! Да вы прикалываетесь! У! Пулемет, у меня есть пулемет. Так. 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 Полезен, не полезен. Хорошо. Так, я надеюсь, там есть патроны. Скоро я их смогу найти все-таки. Потому что у меня уже заканчивается все это дело. Так, хорошо. Честно, хорошего мало. Но у меня, по крайней мере, есть синий ключ. Хотя, насколько я знаю, что должен красный быть. Фух, так, куда мне вообще идти надо? Так. Синяя дверь. А, это не туда, где там... Блин, я понял, мне придется возвращаться, капец. Честно, мне страшно было возвращаться, я вообще хотел бы забыть о том проходе. Так, а как туда попасть? Кроме как с секреткой. Да ладно, неважно. Виду вроде бы так тихо. Даже нифига не так. Воу. Иди сюда.
Есть. Ух! Да ладно. Да вы прикалываетесь. О боже мой. Патроны. Еще держусь. Что? Назад, назад. Япона, мать. Все хуже и хуже. Нет, я не хочу туда. Идите нахер. Воу. Нет. Какой арчвайл, вы о чем? Как? Нет, нет, пропусти меня скорее. Чё? Какой? Менкубус? Так, ну... Я уже умею в таком сражаться. Если... Откуда Менкубус-то? А, сверху. Блин, даже пипец какой-то. Тотальный. Чё это за квадратик такой? Чё-то мне не нравится. Похоже на страшный лифт какой-то. Так, свои разборки. О, нет! Хрен я к тебе поднимусь. Чудовище. Фу. Так, даже переборщил меня. Так, обратного пути нет. Блин, он плазмоган. Где должен быть плазмоган? Ладно. С этим мы как-то разобрались. Это жесть, честно. Нет. Сколько стволов, блин. Все на смарку. Ух ты! Нет! Чёрт! Протормозил меня. Идите нахер! Так. Что-то произошло, но... Совсем не то, что бы хотелось. Что там, лифт? Ты заблудился или что? Капец. Вот это стадо там. Я думаю, нафиг их надо перегасить. Кервенанты здесь мне еще ничем не помогли. Хотя и была возможность. Так. Да, плазмоган бы мне не помешал. Так, ну что, ты похоже против него, да? Нет?
Ах ты ж такой. Так. Я просто не ожидал такой подлости. Ну ладно. Так, ладно. Все. Нет. Фух. Воу. Блин, плазмоган, везде плазмоган, а плазмогана-то нету. Вот в чем соль-то. Автору надо было побольше других припасов ставить. Так, что тут аптечка вроде была. Япона, мать! Оп, лежать! Черт подери! Иди ты нафиг. Уже шмалит. Не успел дверь открыть, уже шмалит. Так, ну тут я, честно говоря, уже и сам хотел умереть. Я тут пулеметчик сильно жизнь потрепал. Все-таки тут, а. Жизнь. Улетает как... О-о-о. Нет, не трожь его. Сволочь такая. Арчвайлов здесь? Хоть жопой жри. Чё, застрял? А нет. Понял. Нет. Воу. Хорошо. Улетел. Так, так. Фух, успел. Я боялся, что сейчас побегу. И как раз передо мной закроется. Так, ладно, вроде бы я со своей задачей справился. Так, теперь там инкубус. В конце мне что, сражаться с этим? С мастер Майк? А похоже, мне вот этих аккумуляторов уже столько набралось, что мне их даже не лезет. Офигеть. Так обидно. Ой. Чё там, куда там? Фух, вот мы и спустились в какую-то стоковую больную тему. Что, нам плазмоган так и не предложит? Может, хоть БФГ будет? Окей. Что это будет? О боже. Да вы прикалываетесь. Это сверхсадизм уже. Не, ну было бы у меня там, не знаю. Плазмоган, БФГ. Так же у меня ни хрена нету. Так. Ладно, с другой стороны бомбить. Автор, видимо, не понимает, сколько у меня патронов по окончанию.
Вот и что мне делать? С кулака пилить? Жесткий дисбаланс, конечно. Ну, буду пилить. А, ну, фигня, конечно, осталась. Так, еще мне похоже не сюда, а как раз вот сюда. Ладно, уже перейду и здесь пропишу. Ну, теперь у меня ровным счетом нифига нету. Я остался голый, совсем голым. Говорится. Я, конечно, помню, куда мне еще можно идти, но, блин, нет уже стрелять. И вот куда уже дальше можно? Казалось бы. Иди в жопу. Так. Я надеюсь, рассчитываю на то, что они там перестреляются как-нибудь. Ох. Так. Что-то какая тут очередная жопа. Понял, ну конечно. Торчвайл, куда ты торчвайл? Вы что, с ума сошли? Какой нафиг торчвайл? БФГ! Стоп! Вот это да! Это меняет положение. На корню. Просто в корень. Вот где было оно раньше, а? Спрашивается. Фу, прикольный уровень, но очень жесткий, честно, получился очень жесткий. Ну и тематика немного не клеится. Ну, в целом понравилось, конечно, эмоционально. Хотя, учитывая то, что мне все-таки пришлось два раза пароль воспользоваться. Это да, конечно. Потому где-то 7-8, то, что понравилось. И тематика 5. Так, ладно, поехали дальше. Ай, фух, я надеюсь, на этот раз уже не уматывая. Хотя, судя по музыке, наверное... Чё? О, блин. Это я наперёд заглянул. Так, секундочку. Продолжаем. Так, похоже, я встал с постели. Крышу у меня прорвало. С трупа течет река прям. Так, у меня на столе, конечно, как обычно, лежит двустволка и коробка патронов. Так, и что-то еще. Больше похоже на какую-то базу, чем завод. Я не знаю, видимо, я охранник. Так, а что это за лужа крови такая? Ага. Да, здесь, видимо, какая-то бойня. А шотгана нету, кстати, заметим. Сразу двустволка. Так что без таких затрат не получится. Так, вот это интересно, что это за поля такие. Имп. Забавно выглядит. Так, ну здесь с патронами как-то попроще все. Слава богу.
Музыка немного, конечно, не очень. Так, Арчвайла, ну это мы уже привыкли. Нет, вот зачем мне сейчас шотган? Блин. Представляете, да? Так, а у нас тут еще и зомби. Что-то я как-то не заметил. Окей. Блин. Что-то я поторопился. Ладно. Разберемся. Так, вроде бы здесь все, да? А, кнопочку уже. Ладно, немного. Немного я здесь поторопился. Блин! Или расслабился. Так, ладно. Раз, два. Ок. Застрял немного. Да черт побери. Так. Ладно, я запишусь пока. Так, прячемся. Прячемся. Давай, с пулемета. Пока далеко. Наверное, будет правильнее всего. Так, а вот здесь покрупнее калибр. Так, это что у нас такое? Пилова? Священник, что ли? Бензопила в таком-то месте. Это похоже на секрет больше, но он что-то не отмеченный. Хотя... Нет, секретом это тоже не назовешь, конечно. Все-таки очевидно. Так. Это больше на базу похоже, чем на индустрию, потому... Даже не знаю. Так, куда идти-то? О, небо видно, кстати. Что-то заблудился. А! Я ключ взял. Хорошо. Везде трупы. Так. Чё там, чё? Нужно красный. Окей. Воу. Воу, воу. Вот это мне повезло. Ой. Что-то мне не везет. А как так? Или между ними расстояния больше нету? Похоже, здесь надо как-то так проскакивать. Так. Так. Ну как-то так. Без боли, в общем. No pain, no game. Так, здесь, похоже, тоже какое-то поле сражения было. В кровавом угаре. Сейчас начнется. Ага. Не, ну это еще так. Терпимо. По сравнению с предыдущей картой, конечно, уже... Как на курорте. Хотя, если бы я предыдущую карту не прошла, я бы, наверное, так не думал. Ой. Ой, да что ж такое? Я-то думал, что я как-то стал. Да блин. Жизнь покоцали. Так, ладно. Так уж и быть.
Да что ж такое? Откуда здесь прыса такие? Опасность для рабочих. Так, фу. А блин. Ладно, это я немного булки расслабил. Просто мысль проскочила, ну тут-то уже с баронами я разберусь. Тут не так плоско. Узко, в смысле, клаустрофобично. Тем более есть двустволочки. Ну, в целом так оно и есть. Так. Нифига себе дверь. Калиточка. О, он двоих снес. Так, я там не провалюсь. Броня. Отлично. Что здесь? Какая-то трансформаторная. И здесь какой-то этот... Как это там называется? Техническая часть. Так, стоп, да, я там записался сюда. Это что? Какой-то кусок плиты выдрали, а там мясо. Кто бы мог подумать. Да, лазу покосало. Вот эти прикольные фишки получились. Не знаю, что это такое, но выглядит прикольно. Не, сюда я не хочу больше. БФГ. А. Интересно, закончилось. Ну, в целом. Неплохое. Так.